Эквадор продолжает использовать биткоин. По словам Александры Велес, адвоката из Кита, правительство запретило использовать биткоин и другие криптовалюты в июле 2014 года. Как сообщает newsbitcoin.com, несмотря на незаконность биткоина, его использование в Эквадоре не прекратилось. Небольшое количество предприятий рискнули сделать биткоин альтернативным способом оплаты. Национальная система налогообложения и выставления счетов не интегрирует эти транзакции, но они продолжают оставаться доступными.